В Твери полным ходом ведутся работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Сейчас ремонтируют 23 объекта. Большинство из них уже полностью, что называется, в асфальте. На участке Комсомольского проспекта на подъезде к новому мосту уже на 50% демонтированы рельсы. На их место уложено основание под будущую дорогу. Также полностью заасфальтированы Третьяковский переулок, улицы Маяковского, Пржевальского, Новая Заря и ряд других. По этим объектам сейчас ведется ремонт колодцев, укладка тротуаров и иные необходимые работы. Продолжается ремонт на набережной Степана Разина и улице Вольного Новгорода. Работа на территории областного центра проводится в графике. Основной упор делается на обеспечение безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ. На основных магистральных улицах работы проводятся поочередно с той целью, чтобы был обеспечен объезд по параллельным улицам.